ערב טוב, ראשי דף ימין, תלמוד ירושלמי, טרקטט תרומות דף ו, שסטוליסט יוסלמיסקו תלמוד טרקטט התרומות, רצון שדברי תורה לנשמת קודם, לפעמים וכלם, אבי דרושים, מורחמי ברוך הי בן זרפאו, ראשי ארכדי בנצירות שני, רחל בת תמר, ישראל בן לאה, תקופה שלמה ידעת השם סיים סלדתו, ובכללם הראל בן מרים, החתור אדמוני, היא שרה בת מרברי. תלמוד סקזלי, תגרי שתו, גוי נימד פרו עדילת תרומות לעבריהם. דאר יש לעבריהם הוא סקזל, Гой не имеет права, а работает на поле гой, не имеет права отделять труму. Говорит Гмара, Раби Зейра, Раби Аха, Раби Аса, Раби Йоханан, Бешем, Раби Янай, Атем, Гаматем. Теперь говорит, что написан пасук, мы сказали Атем, вы отделите. Но он говорит, Раби Зейра говорит, что со слова Раби Яная, Гаматем, и вы, ле работ шелухахем, что и вы, то есть человек не обязан сам отделить труму от своего поля, он может кого-то назначить, сделать посланником. Но говорит, ма атем бне брит, авшкухахем бне брит. Но как вы являетесь членами союза, бне брит, брит Авраама Авину, так и ваши посланники тоже, как вы евреи, посланники тоже могут быть только евреи. Атем осим шелиях, ве эна гой осе шелиях. Еврей может назначить другого посланником, а гой посланником назначить не может. Раби Йоси, савар мемар, Раби Йоси хотел сказать так, эна гой осе шелиях бе гой, ахер хаверо. Да, гой другого гоя посланником не может сделать. Абе Исраэль осе, но гой может сделать еврея посланником. Так считает Раби Йоси. Амали Раби Зеира, Раби Зеир говорит, мене у мене, не может такого быть, неправильно это. А тем осим шелех, которое написано, вы делаете посланника, вело бе Исраэль, не про еврея разве это написано. Ухдевате, и то же самое, эна гой осе шелех, афилу бе Исраэль. Гой не может сделать шелеха, ни другого гоя, ни еврея. Эти в Раби Йошея, то Раби Йошея, он сказал, но смотри, мы учили другое. Вехамат нитан месаяли Раби Йоси. Есть брайта, которая помогает, поддерживает то, что сказал Раби Йоси. Что? Амар Рабан Шимон бен Гамлиэль, ума имирце агой хазе шело литром, перотав энам турем. Что если еврей работает на гоя, на его поле, и потом он хочет от его фруктов отделить труму. Гой говорит, я не хочу отделять труму. То не хочешь, нет. Гой не обязан делать. Но если вы хочет, значит может. Ха, имраца атарам, что выходит, что гой, что еврей может стать посланником этого гоя, отделить труму? Говорит, нет. Раби Аба Амар, бима амин аль яду. Раби Аба говорит, что? Говорит, что когда этот гой увидел, что этот еврей отделяет, он с ним согласился. То есть он ему разрешил. Он говорит, ты хочешь отделить? Окей, можешь отделить. Но здесь еврей не является его посланником. Дальше говорит, мара, Раби Йоханан бешем Раби Янай. Говорит, Раби Йоханан со слов Раби Янай. Исраэль шамар ле леви. Кур маасер еш леха бьяди. Еврей говорит, Леви, слушай, для тебя у меня есть кур. Скажи мне, не знаю, сколько это тонна пшеницы у меня для тебя есть, 10%, которые я тебе должен дать, я, Барух Ашем, 10 тонн собрал, одна тонна твоя. Увидел Леви, он говорит, я тебе дам. Ве алах ото бен Леви, ве асаан терумат маасер аль маком ахер. Этот Леви, полагаясь на то, что он скоро получит тонну пшеницы, сказал, окей, эта тонна пшеницы будет 10%, я должен дать Коэну. У меня еще есть другая пшеница, от которой я должен отделить. Теперь он оттуда взял не 100 килограмм, 500 килограмм сказал. За все другое, что я должен отделить, он говорит, это будет трумат масе. Еще ничего в руки, ничего не взял. Ве алах Исраэль вен нотнан левен леви ахер. А потом хозяин этой пшеницы взял, отдал это другому леви. Эн ло алав эле тар оме. Этот леви все, что может, только пожаловаться. Претензии предъявлять и больше ничего сделать не может. Говорит Гмара, да, да, тема, то, что мы сказали, когда, что? Бешенотнозе, адшело, асаозе, когда это работает? Он говорит, когда? Когда этот еврей отдал эту пшеницу другому леви, до того, как этот леви, которому он обещал, уже отдал ее как трумат маасе для коэна. Авал им асаозе, адшело, нетанозе, ло. Но если уже леви отделил это для коэна, свою долю, и потом еврей решил отдать этому другому леви, не может отдать. Кедагада матне, матне, как мы учили, это в следующей мишне, битель, им эчело, им ачело, тарам, битель, этрумато, этрумато, трума, ви им мише, тарам, битель, трумато, трума. Человек сказал другому человеку, слушай, Авраам, ты будешь моим посланником, иди от меня, отдели за меня труму. Пока тот шел, он говорит, нет, я передумал, отменяю его посланника. Теперь, если он отменил его посланника до того, как он отделил труму, он пошел, он не знал, он пошел и отделил, трума не считается трумой.
Но если он уже отделил труму его постань, и потом он говорит, я не хочу, чтобы он отделял, уже его отмена не действует, не действует, трума стала трумой. Векуле мене, то, векуле мане, он говорит, разве это так? Говорит так, мики ванча мало, кума сереш лоби яди, как мы сказали про этого Леви. Что он сказал? У меня для тебя есть тонна пшеницы, говорит еврей. Этому Леви на оса шелухо. Леви как бы становится его посланником сейчас. Немца, который берешут Исраэль, как будто он сейчас отделяет десятину с разрешения евреев. Теперь говорит Гмара, что здесь работает? Кто отделяет десятину от десятины? Леви. Леви получил свои 10%. Еврей простой не должен отделять. Но если хочет, может отделить. Вместо Леви за Леви. Как? Патала Кераби Йоси. Это идет по мнению Раби Йоси. Де Раби Йоси Амар. Балабай четарам эт масрот маше аса асуй. Раби Йоси говорит, как мы сказали. Хозяин, который отделил все, что нужно. Отделил 2% для коина, 10% для Леви. И потом взял из этих 10% от Леви, еще отделил для коина тоже. Сделал, считается. Не обязательно, чтобы это именно Леви отделил. Поэтому говорит Гмара. Раби Йоханан бешем Раби Янай. И так сказал Раби Йоханан со Раби Янай. Исраэль шамар левен Леви. Кур маасер иш ли беяди. Мы сказали опять. Еврей говорит Леви. У меня есть для тебя тонна пшеницы. Велах эдемо. Но знаешь, да? Знаешь что? Давай я пшеницу оставлю себе, я тебе за это заплачу. Леви говорит, нет, мне дай пшеницу. Эйно хошеш ли трумат маасер шебо. Этот Леви уже свою десятину для коэна отделять не должен. Почему? Потому что хозяин уже отделил. Когда он ему сказал, давай я тебе заплачу деньги, он не сказал ему, я тебе заплачу деньги, минус эти 10%. Уже этот хозяин, когда хотел ему заплатить за Леви, отделил. И говорит, Марака, а да, Алипуса. Был случай, вот этот Алипуса, был такой человек, Алипуса. Ехев Раби Шимон бар Аба Маасер, он дал Раби Шимон бар Аба, который, видимо, был Леви, он дал ему свою десятину. А Мале Метукану, он сказал ему, это десятина, все, что нужно отделить, отделил, я отделил. Аташал Раби Йохана, он пришел к Раби Йохану и спросил, а Мале Алифуса Ахину Нейману. Сказал, да, этот Алифуса, он наш брат, то есть он Талмид Хахам, мы на него полагаемся. Раби Иси Баекумей Раби Йохана, Раби Иси спросил Раби Йоханана. Кеманке Раби Йоси, что Раби Йоханан, вы идете по мнению Раби Йоси? Де Раби Йоси Амар Балабай Четарам Эт Мазротав Маша Асасуй. Что хозяин сказал, что человек, который отделил свою десятину, отделил все десятины, которые надо, то, что он сделал, сделал. Сказал Раби Йоханан Амарле Ин, да, ты правильно это вывел. Бавлае Камат Але. Он говорит, да, ты вавилонянин, ты правильно меня понял. То есть Раби Йоси пришел в Израиль, видимо, учиться Тору из Вавилона. Он говорит, да, ты вавилонянин. Правильно понял, как я этот закон вывел, что я, да, иду по мнению Раби Йоси. Продолжим на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Амен ве амен.